Мы сжимаем кулак. Удар наносится вот этой поверхностью у нас. И здесь идет как прямая линия. То есть для того, чтобы удар был жесткий, то есть, соответственно, все части руки должны быть жестко поставлены. Боевое положение кулака, правильная постановка ног и скользящие передвижения всего тела – азы кикбоксинга. Эти элементы пригодятся при самообороне. Тренер по спортивному единоборству Виталий Кадыров показал девушкам, как действовать в опасной ситуации. Основная задача здесь – умение уйти от какой-то ситуации, которая там, ну, угрожает жизни, здоровью девушки. Вот. И в данном случае, то есть спорт, в частности кикбоксинг, то есть он помогает с холодной головой решать, ну, данные проблемы. Занятия по кикбоксингу в теплое время года проходят на улице. Узнать, когда и где именно будет следующий мастер-класс, можно на сайте администрации городского округа.